Водопад Шаки находится в Армении, над рекой Шаки. Высота составляет 18 метров. Водопад расположен в 3 километрах к северо-западу от города Сисиана, в ущелье реки Варатана. Согласно легенде, давным-давно жила прекрасная голубоглазая армянка с длинными волнистыми волосами по имени Шаке. Во времена нашествия Тамерлана, очарованные непорочной красотой Шаке, воины хотели похитить ее, но свободолюбивая дочь родной природы не могла стать наложницей Тамерлана. Убежав от преследователей, она бросилась в Варатанское ущелье. Ниспадающая с 18-метровой высоты, подобно волосам прекрасной Шаке, масса воды наряду с Варатанским ущельем образует синтез чего-то волшебного. Водопад Шаке равным образом прекрасен в любое время года и всегда привлекает к себе любителей природы. Шаки является одной из самых вдохновляющих достопримечательностей Армении и недаром считается одним из 7 чудес региона. Территория вокруг водопада Шаки – уникальная архитектурная сокровищница. Ученые шутят, что это именно то место, где развитие человечества происходило невероятно быстрыми шагами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.